«Акулы-пера. Ежегодная деловая игра», организатором которой является кафедра русского языка и литературы Института социально-гуманитарных наук. Первый раз мероприятие прошло в 2008 году, и вот уже на протяжении 10 лет продолжает активно привлекать студентов и школьников. На самом деле на конкурсе я впервые, но уже из-за начала впечатления довольно положительные. Очень интересно смотреть на работы других ребят и, на самом деле, даже немного приятно показать свою. И думаю, в дальнейшем, да, я бы хотела участвовать еще в конкурсе. Свяжу ли свою жизнь с журналистикой, не знаю, но в любом случае... «Акулы-пера» — это положительный опыт. «Около науки» — тема игры этого года. Конкурс проходил в два этапа. Сначала члены жюри изучили первую полосу газеты, созданную ребятами. А затем команды показали свои визитки и видеосюжеты. Участников оценивали профессиональные члены жюри, так или иначе относящиеся к профессии журналиста. Очень понравилось, как ребята представляют свои проекты, эти проекты защищают. Мне кажется, это очень здорово. Очень многие выглядят действительно как команды. Судить сложно, но можно найти действительно объективные критерии, по которым разделить места и выделить команды действительно более лучшие. Победителями деловой игры стали ребята из сборной команды «Вне логики», которые на протяжении многих лет выпускают собственную газету для подростков «Точка зрения». Участвуем в игре в третий год, наша редакция, я второй. И первые два года мы получали все время второе место, нам чуть-чуть совсем не хватало для того, чтобы вот победить. И в итоге все-таки мы сделали это очень приятно, очень радостно. «Акулы-пера» — это отличная возможность попробовать себя в роли журналиста. Ребята смогли не только показать себя, но и пообщаться с профессионалами журналистской деятельности, узнать для себя много нового и интересного.